Всем привет, друзья! Наконец-то открываем первый лед. Дождались все-таки. Сейчас будем пробовать окунь ловить. Может, щука попадется. Желаю вам приятного просмотра. Алексей уже рыбачит. Ну что, делаем первую лунку. Опасно. Десять сантиметров где-то. Сейчас посмотрим. Камера, что у нас там? Есть рыбка-то? Подводный мир посмотрим. Так, еще. Тестируем, так сказать, такой вот стабилизатор камеры. Смотри. Полтора метра, что ли, глубина-то? Пока чай попьем. Красота. Вон Леха там что-то поймал одного, говорит.
рыбачит. Красавчик. Я еще пока не нашел. Но с камерой бегаю, смотрю. Никого пока не вижу. Ой, есть. О, плотвичка, Алексей. Смотри-ка. Сколько радости. Первая рыба. Первая плотвичка в этом году. Нормально такая. С ладошку. Красотка. На безмотылку. На муравья. Кунёчек. Ну, маленький прям. Пустим его. Ой, плохо что-то клюет. Я и плотвички вот поймал. Сейчас чайку вот попью. Пойду еще поищу. Тут вот на стоячку поставил, не знаю, пока молчит. Так вот, наслаждаюсь пока природой. Первый лед все-таки. Круто. Очень нравится рыбачить. Второй сезон вот у меня, учусь. Лёшку он помог. Неправильно ножи поставил. Перекрутил. Ладно, отвёрка была. Додумался неправильно поставить. Ладно, продолжаем рыбалку. Щука.
ни хера себе! Хорошая. Я думал, щука опять, блядь. Думал, сейчас откусит все. Долгожданная моя. Как тебе я долго ждал. Все, ребята, заканчиваю видео. Нарыбачился, руки намерзли. Сработка одна была на жерле, столько не знаю, ветер может был, фиг его знает. Проверил, пусто. Фига. Все, сейчас буду собираться. Все собирать, все вещи. И поедем домой. Поймал лот. Немножко. Алексей. Поймал в два раза больше, наверное. Тоже собираться уже. Да снежок идет еще. Камера ж сырая вся. Ладно, будем собираться. Все, ребята, ставьте лайки. Мы домой поехали.